обруч тоже должен обязательно присутствовать в упражнении гимнастики. Милетина Салюжа. По старым правилам, которые были в предыдущем олимпийском цикле, обруч являлся самым гармоничным предметом, потому что там присутствовали все группы движений тела, которые только возможны. И вращение, и равновесие, и прыжки, и гибкость, которая сейчас спряталась по новым правилам, которые предложила ФИШ. Но сейчас правила стали более как гармоничными. У нас теперь в упражнении с любым видом предмета должны быть представлены все виды элементов, равновесия, прыжков и поворотов, но не более, разница должна быть не более двух. Гимнастка из Беларуси Милетина Станюта исполняет упражнение под музыку «Апнос-дей». Это католические песнопения, такая очень серьезная выбранная драматичная музыка. Своего фирменного поворота Милетина. Очень жалко. Я думаю, что ловля будет засчитана последнего риска, так как все-таки одна нога попала в обруч. Думаю, что тут все в порядке. Снимет только судьи исполнения. Милетина Станюта была пятой после квалификации. Общая оценка Сонгён Джая, Корея, 18,285 получает Сон Ён Джи из Кореи за свое упражнение с обручем. Ну, еще позволим немного о предмете поговорить. Предмет в художественной гимнастике под названием обруч сделан из пластика. Его диаметр для взрослых гимнасток 85-90 сантиметров. Ну, а для красоты гимнастки оформляет его такой клейкой специальной лентой, которая по цвету обязательно